Башкирия упали в один день после сильнейшего ветра, и есть фото еще не созревших. Все, что за 500 грамм, ко мне. Так, теперь. А, ну бывает и 400 грамм, так еще дерево все ломится. В общем, рекордный урожай, это ко мне. Почему? Потому что, друзья мои, я заканчиваю, видите, кончились эти самые. Чем заканчиваю? Понимаете, нам нужно, мы уже этот нос заткнули этим домом, но хоть бы они бы это посмотрели. Сейчас, секунду еще. Вот я, допустим, вот возьму, я это все предназначил для особых фильмов, для них, в общем, посвященных, да. Почему? Много из этого вы видели, много вы не видели. Вот здесь я набираю, допустим, чушь. Вот, видите? И сейчас мы попадаем в сказку. Это уже, вот, я продолжаю с вами, с последним автором разговор. Потому что мы их можем победить только количеством результатов. Вот. Чтобы однажды уже, ну, не могли не это, не сказать, Господи, что же мы проспали-то всю жизнь. Вот, как тот, который на печи просидел. Посмотрите. Вот. Еще раз просовинить. Ее пора уже, она должна другой работой заниматься. Она грамотнее любого академика. Она сейчас, что эти, сколько это самое, сейчас готовится сборник, там три фамилии. Савинич, Железов и профессор Матвеева. Вот. Но дело-то даже не в этом. Дело в другом. Дело в том, что наш этот самый Павел Троценко — это нереализованные талантище. Савинич, нереализованные талантище. А вы знаете, как она читает? Я говорю, прочти. Она говорит, прочла. Я говорю, как так? Я только вот тут читаю. Вот. Это тоже талант. Быстрое чтение. Вот. Нам такие люди нужны, как воздух, как это самое. Уже, я думаю, зря показал эту самую министра культуры, да, которая написала, пошли вы все нахуй. Я специально матерюсь. Это не я, это она написала, я только повторил. Министру культуры можно сказать, пошли вы нахуй? А мне тем более можно. Все, уровень культуры снизведен. С этого момента начинаем говорить, называть уже не член, не пенис, а хуй. Почему? Потому что министр культуры, это самое, майку такую носит. Вы понимаете? А есть другие люди, другой мир, вот этот мир. Я никогда такую майку носить не буду. Когда-то, когда, я же, может, где-то когда-то, может, на небе, на это самое, кто-то ниточку дернет. Должны, вот мы же уже не лезем в политику 70 лет, но эти-то люди должны быть там. Вот. И Троценко, и наш этот самый, наш главный из главных, Антон Валерьевич Сафронов. Это талантищи все. Вы представляете? Ха, Савинич увидела, говорит, да это же наши. Это научные сотрудники с университета. А я-то думал, просто датчики. Это они у меня в гостях. А эти говорят, мы не будем, это, они же не поедут в Железово, эти кандидатки. Вот ваши же коллеги, точно такие же, как вы. Они ничуть не глупее вас. А такие же грамотные. Если ваши шикарное образование, у них шикарное образование. Я это не знал. Прошло столько лет, что они говорят, да это же это. Только что говорила имена, фамилии и должности. Ну, а вы так и будете морду воротить. А дальше, раз уж наша переписка закончилась, вот, я могу целый час это. От Сахалина и до этого самого. Я уже показывал. Ну, нахрена вы, кандидатки, я уже до конца сегодня уже с вами рассчитаюсь. Это ваша фраза, пусть вы ее потом стерли. Это ваша фраза. Что из культурных косточек получаются дички. Вы где живете-то? Вы попробовали из культурных косточек вырасти дички? Да если вы захотите вырасти дички, вам, допустим, скажут, если вы дамы, ну, какая-нибудь власть пришла другая, там, хунта, там, фашисты, если вы из дичков, из культурных не вырастите дички, мы вас расстреляем.
Что бы вы ни делали, вы возьмете 100 этих сортообразцов своего сада. Вот. Вы ни одного дичка не получите. 100 деревьев вырастите. С этих, с королевского, с амура, с вот, самых мелких еще и крупнее получите, культурнее. Вы что-то мелите-то? Вы в какой стране живете-то? Ну, били вам башку, такое самое. Занимайтесь люпином и занимайтесь. Но вы людям голову морочите. Здесь, пожалуйста, привитый. Вот. А сеянца, он уже получился крупнее. Ну, пусть такие случаи еще редки. Но никогда из этих роскошных абрикосов никогда вы не получите дичок. Даже если вас застрелят в случае неудачи. Чего угодно будете делать. 1000 деревьев посадите. У меня же этих плодов там 1000 каждый год. 1000 косточек посадите. И все 1000 будут культурные. Какая-то маленькая часть даже превзойдет родителей. А вы посадите, манжурцы мои, вроде бы полудикари. А получите культурное. Вы что мелите-то вот эти вот самые? Дамы-то из этого. Я не знаю, как Туманов это терпит. Но он-то нормальный мужик. Ну, это что, я придумал? У меня при всем желании нет необходимости, как другим, рисовать фрукты. Персики, персики. 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 Сливы какие, видели? Это и учеба сразу. Дальний Восток. Персики. Опять персики. Когда ветки с вишней привитой получаются черешни. Это-то вам что? Как вас мордой-то ткнуть? Что если я высылаю веточку вишни, а получается черешня в Калининграде? Не хотим, нам это не интересно. А знаете, почему интересно? Потому что придется тогда работать. Они говорят, нет, невозможно. Персики, персики. Я уже заодно эту дурь тоже. Представляете? Такое предательство, такая подлость. Ни малейшего понятия. Сейчас снег задержим. Вот ребята видели, откапывают это. Тяжелый труд, чтобы спасти. А это откопало, да? Засыпало снегом, закрыло. Ну, ни мозгов, ничего. Вот ваше это. Ну, я вот каждый раз смотрю на фотографию. Это же рекламная фотография. Рекламная. Это 3 студента. Вот. 2 держат. Иначе не удержишь. Он же здоровенный этот самый. Да, бревно это здоровенное. Малюсенький горшок. Это что, вырастили в горшке? А зачем это делают-то? Мозги запутали, чтобы еще студенты пошли учиться. Чему учиться? Выходит дурак дураком. Вот она подлость-то где. А вот настоящая. О, Макаров. Ну, это вообще чудо, Макаров. А уже все. Его уже пора в университет преподавателем. Нет, проректором по науке. Любого за пояс заткнет. Ну, вот и только половина. О, вот они же. Эй, Наталья. Эй, Ольга, сейчас я на этом закончу. Сколько над вами издеваться? Я еще полынь только показал. Это у моей Катюши. Компьютерщица. Без шикарного образования. Читайте. Ну. С косточек Железова. Видели? Ну как вам дикари, а? Вот. Еще и соображает. Посмотрите. Читайте. Жалко, не увеличится текст.
Все, я возвращаюсь обратно, хотя половины не показал. Сейчас мы вернемся, где мы были. Караул, караул, наверное, вот здесь. Вебинар. Может быть, тут еще что-то нам написали. Или это другой уже вебинар. Так. Нет, вроде сегодняшний. Грешин. Может, еще написали? Посмотрим. А, вот, это я, наверное, Владимиру обращался. Где фото? Упали в один день после сильнейшего ветра. Есть фото не созревших. И фото абрикосов на блюдце. Прислать? Да, прислать. И подробно, кто вы, Владимир, где? Вот. Будем расширять это, то, что называется, географию. Блин, у меня 6 сортов абрикосов. Артем, сын мажор, сын номер 2, патриарх, Хамур, Серафим, Королевский. Мне надо заморачиваться с прививками. Не. Вот. Только сейчас я распинался, что эти неправы, что получатся дички. Так что давайте не будем это. Вот. Если уже вы хотите супер сорт, вот. Ваши сортов, это не значит, что из деревьев. Допустим, у вас несколько сыновей маджурцев. Вот их можно заказать у меня супер сорта. Так. Артем, средний сорт, патриарх. Вот. У вас даже патриарх есть. Ну, в общем, тогда так. Сын маджурцев прививать, патриарх прививать. Артем, Амур, Серафим, Королевский не трогать. Вот. Так что все, ребята, мы закончили. Вот, надо скидываться на коньяк Антону Валерьевичу Сафронову. А, нет, можете по-другому. Вот каталог Семен, вот каталог Черенков. Это наш скромный заработок. К сожалению, скромный. Вот. Кончились времена, когда я привозил веники, пол Саяногорска узнавал, железо с Украины черенки привез. Сейчас не это самое, если бы я привез, вот, и мне пришлось бы платить, чтобы мне их взяли. Ну все, друзья, кажется, все. Итак, нажимайте смело и будьте. Вот, цены, эти, как называется, божеские, дешевле только с пива. И то дрянное. Ну что, до свидания. Рад оставаться. Но я сегодня тоже отвел. Вот я не знаю, как это, Юрий Владимирович. Вот. Ему было очень тяжело. Ну, вдвоем мы против двух мы как-то выстояли, по-моему. Все-таки выстояли. Вот, в стране дураков продолжает кипеть работа. Вот, но нас становится все больше. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Я выключаю трансляцию.